Этот фильм мы начали снимать еще в прошлом году. Но память, она ведь не имеет ни сроков, ни давности. И работа по возрождению одного из главных мест памяти нашего города, Симбирского Вознесенского некрополя, продолжается и сейчас, продолжится и потом. Поэтому каждого, кто хочет внести свою лепту в это святое дело, здесь ждут. Ведь путь от беспамятства к вечности только начинается, его еще предстоит пройти. Но обо всем по порядку. Сад духовный мой, как запущен ты, из осорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном давно, не родит она о пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. В этом году мы продолжаем работу на Воскресенском некрополе по восстановлению памятных мест, особенно захоронений участников Великой Отечественной войны. Эта акция у нас «Чистая память», она уже стала ежегодной. Мы призываем сделать эту акцию более масштабной. В прошлом году мы восстановили порядка сотни, наверное, могил ветеранов, за которыми уже нет ухода. Вот, в этом году мы планируем расчистить второй полностью квартал, ну и часть первого, насколько нам хватит сил этого сделать. Акция у нас не привязана конкретно к какой-то дате. Мы начали, как уже растаял снег, как возможно уже подойти к могилам, чистить, выносить мусор. Поэтому любой может присоединиться к этой акции, коллективы, либо просто граждане, которые неравнодушны к нашей истории, к памяти участникам Великой Отечественной войны. Прийти на некрополь в любое время. Телефон 8-927-70-20-97. Это телефон координатора. Можете позвонить. Мы всех обеспечиваем шансовым инструментом. Грабли, лопаты, секаторы, мешки для мусора, перчатки. В общем, все для этого есть. Не хватает только рук. Поэтому всех призываем присоединиться к этой акции. И таким образом, наверное, постепенно мы некрополь все же благоустроим, хотя бы в плане того, что не будет заброшенных могил на этом кладбище. Чистоты твоей сгибли, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения. Прекрасных роз к Богу рвенья, их сгубил мороз нерадения. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь. Место, где можно отвлечься от суетности бытия и ежедневного мелькания материальных фетишей, сегодня все меньше. Но здесь, на старом городском кладбище, такие минуты случаются. Именно в такие мгновения и задумываешься и о вечном, и о главном, о том, что наша жизнь, что мы возьмем с собой и что оставим после себя. Что от жизни до смерти лишь один шаг, так же, как от памяти до беспамятства или до вечности.
предки захоронены. Во время Великой Отечественной войны погибли. И вот как без вести пропавшие. И вот начали искать и увидели тут группу волонтеров. Вот сейчас ищем, пока найти не можем. Но мы посмотрели, что сейчас ведутся работы здесь как бы волонтерские по реставрации кладбища. Это и ухаживаем за героями Великой Отечественной войны. Вот. Я собрал бригаду врачей, фельдшеров со второй гор больницы, со скорой помощи. Я провел экскурсию здесь, показал, как в других городах, странах, даже во всей Европе, и как у нас тут запущено кладбище. Вот. Пример показал и заинтересовал их. И вот как мы за прошлый год весь пятый квартал вычистили, часовню покрасили, 5-6 человек всего. В том году я целый год ходил в свободное время сюда, значит, с топором, с пилой, выпиливал кусты, пытался облагородить брошенные могилы. Единомышленники у нас есть, они вот в основном все здесь. Но у нас также есть и меценаты, которые помогают нам, значит, в нашей деятельности, так как с финансовой точки зрения облагородить могилы, поставить памятники, это, ну, довольно-таки накладно. Сейчас восстанавливаются могилы воинских захоронений. Вот сзади нас видно плиты, которые будут установлены с памятниками на могилах. Могилы фронтовиков разбросаны по всей территории кладбища. Но именно здесь, в третьем квартале, который и называют воинским, такое количество политых кровью боевых наград, что кажется, в воздухе чувствуется примесь пороха и слеза наворачивается. Главным образом от тягости запустения. И ведь упокоились те, кто сражался за родину, не где-нибудь в полях завислый сонный, а здесь, на родной земле. Дело в том, что в 2011 году мы проводили инвентаризацию всех городских кладбищ. И каждое захоронение вносилось в специализированную программу. Когда мы приехали на Воскресенский некрополь, то мы понимали, что задача будет очень сложная, так как не ко всем могилам вообще можно было подойти. Многие могилы были завалены мусором. И для того, чтобы отснять персонали на могиле, это фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти, чтобы ее внести в программу. Ну, затрачено было некоторое время. Очень много безымянных могил, они обезличены вандалами, которые воровали таблички. В связи с чем многие родственники не могут сейчас установить место захоронения своих близких. Потому что ту справку, которую дают в архиве, она дает только абстрактные понятия, тем более раньше зонами по-другому совсем кладбище делилось. И получается, что в справке написано, что, допустим, это там первый квартал третьей аллеи, а на самом деле там это вообще сейчас нынешний там третий квартал, к примеру. И человеку сложно самому разобраться и найти это захоронение. Вот с помощью этой программы можно будет отыскать. И с недавнего времени, в этом году, в наши руки попала работа, которую, наверное, проделывали в конце, скорее всего, с середины до конца 90-х. Переписывали все захоронения, составляли схемы. Колоссально большая работа, очень много людей было в ней задействовано. Мы сейчас разыскиваем этих людей, чтобы можно было кое-какие моменты уточнить.
и находим вот обезличенные могилы, те, которые сегодня вот без ничего, как мы по этим схемам восстанавливаем эти имена и восстанавливаем эти захоронения. Вот в данный момент мы вот на третьем участке хорошо работаем в этом плане. Вчера могилу подполковника одного восстановили, то есть восстановили имя, отчество, его боевой путь, и будем сейчас уже приступать к восстановлению захоронений. Нельзя сказать, что все здесь можно когда-то узнать, потому что иногда просто общаешься с людьми, и какая-то табличка, где просто фамилия, имя, отчество, ни о чем тебе не говорящее, обрастает уже совсем иными подробностями. То есть что-то открывается по-новому. Так, допустим, вот здесь похоронен военный комиссар города в годы войны Зелинский, который очень рвался на фронт, но его не пускали, заставляли его решать вопросы здесь, в тылу. И в том числе, когда он работал на заготовке леса и переправлялись потом через Волгу на плоту, одна из женщин соскользнула, он прыгнул в ледяную воду ее спасать, простудился и спустя несколько лет скончался, хотя его отправляли там уже после войны и в Крым работать, чтобы поправить здоровье. То есть это просто вот рассказала его дочь, с которой мы встречались. И таких историй очень много. Просто иногда идешь по кладбищу, возле какой-то могилы работает человек, он начинает рассказывать, и уже что-то новое открывается про этого человека. Симбирский и Воскресенский некрополь – место уникальное и удивительное. Это судьба и страны, и народа, и конкретных людей, которые здесь упокоились. Удивительная и во многом трагичная судьба. Многие люди мне рассказывали в свое время про белого генерала Владимира Ивановича Постовского, который в годы Великой Отечественной войны, находясь в эмиграции, на патриотическом подъеме начал помогать Советскому Союзу, а после войны принял советское гражданство и вернулся в Россию. Он выбрал местом жительства наш Ульяновск, поскольку когда-то ему довелось служить в Симбирске. Многие люди мне про него рассказывали, но найти могилу в зарослях было очень тяжело. Но это, к счастью, увенчалось успехом. Но люди, которые занимаются историей гражданской войны, несколько лет назад установили фотографию на его могиле. Дерева, вы мои дерева, что вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры, шумны ваши шатры. Терема, 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 до беды, до поры, шумны ваши шатры. Терема, терема, терема. В годы войны, помимо того, что здесь большое количество земляков, здесь оказались потомки самых разных родов, в том числе и великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, его прямой праправнук, то есть тут вообще несколько всего поколений отделяет, Александр Григорьевич. Отец его служил в органах, и в годы войны
ушел в разведку, неоднократно ходил в тыл. Ну а семья Григория Пушкина, его жена, теща и двое детей, Саша и Юля, были эвакуированы в Ульяновск. Жили здесь, ну, не совсем далеко от центра. Жили, конечно, как все семьи в годы войны, не очень хорошо. И поэтому, когда возникла возможность отправить Сашу с мужиками на заготовку дров, мать даже была рада, что там его покормят, как-то ему тоже действительно будет чем заняться. Но так получилось, что из самых лучших побуждений вот действительно его отправили, но когда обратно возвращались, его посадили сверху на воз дров, но он оттуда, видимо, плохо дрова закрепили, упал, и его еще немножко ударило бревнами этими. Он, значит, заболел, ну а вообще в годы войны дети были очень ослабленные, и, к сожалению, в сентябре 1942 года ушел из жизни. Тем более семья потом, когда появилась возможность, вернулась обратно в Москву, поэтому могила спустя какое-то время затерялась. И наткнулась на нее случайно женщина, которая ухаживала за могилой своих родственников, и, проходя мимо, она увидела на том дереве, от которого сейчас остался только пень, табличку, которая сообщала, что здесь похоронен Саша Пушкин. Ну и она заинтересовалась этим, связалась с краеведами, и действительно всплыла вся вот эта история. Причем несколько лет назад на сытинские чтения в наш город приезжала родная сестра Саши, Юлия Григорьевна, которая вот спустя много лет с той военной поры оказалась на могиле своего брата. Она считала, что эта могила безвозвратно утеряна. Ах, вы рощи мои, дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни, дерева вы мои, дерева. Не чернели бы пни, как прошедшие дни, дерева вы мои, дерева. Мы создали в прошлом году фонд возрождения Воскресенского некрополя, это благотворительный фонд. В мае месяце мы получили президентский грант на восстановление могил участников Великой Отечественной войны. Мы выявили самые такие могилы, где, по сути дела, уже ничего-то и не было. То есть полковники, подполковники. И в этом году мы закончим эту работу. Те 6 мемориалов, которые будут сделаны вот именно на военном участке этого кладбища. В сети интернет, в принципе, мы очень широко публикуемся. У нас есть контакт там и в Твиттере, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и сайт воскресенскийнекрополь.рф. При входе на кладбище мы установили стенд, где все наши реквизиты, координаты, какая-то полезная информация, как найти могилу для благоустройства, что необходимо сделать. В общем, максимально можно получить информацию. Если люди хотят находить, то они выходят на наше общество. Вот недавно из Германии приезжали родственники одного инженера, искали могилу, то есть мы им ее указали. Из Москвы много приезжают, из Питера. То есть вот те предки, чей прах захоронен здесь на кладбище, они через года все равно приезжают, чтобы найти, чтобы привести в порядок могилу. И таким образом мы уже дистанционно с такими людьми поддерживаем связь, каждый год переписываемся, они спрашивают, мы им посылаем фотографии. И они, в общем-то, таким сервисом очень довольны, что можно на расстоянии теперь и приводить в порядок могилы своих близких. Каждый год мы организуем субботники, и уже вот на протяжении, наверное, 5 лет таким образом у нас уже сплотился некий коллектив волонтеров, где и молодежь, и повзрослее люди. Таким образом, вот особенно к 9 мая мы привлекаем молодежь для того, чтобы они пришли на могилы ветеранов, привели их в порядок. В этой земле лежат люди, которые эту историю фактически создавали. Это дворяне и купцы, учителя и художники, герои различных войн, как дореволюционных,
войн, так и войн гражданской и Великой Отечественной. И практически для меня кладбище – это просто кладезь информации. И я всегда повторяю, что не надо, чтобы кладбище ассоциировалось только с тем, что это скорбь, это в первую очередь память. И нельзя быть людьми беспамятными. Здесь нет оркестров и цветов, и площадных, речей избитых. Здесь боль и мужество полков не обезличены гранитом. Никто не забыт, ничто не забыто. Признаться, я всегда не очень-то верил в эти повторяемые как мантра слова. Наверное, потому, что довольно часто бывал здесь, на старых кладбищах. Но кажется, что-то начинает меняться. Должно измениться. Изменится ли? Зависит от нас. Хотя и не только. Но хочется верить, что путь от забвения и беспамятства к вечности не прервется и будет пройден. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что